Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, пожалуйста, прошу вас. Сегодня в Кремле проходят новогодние торжества. Начинаются новогодние торжества, и замечательной частью этого праздника стал концерт детского хора России. Поприветствуем, ребят. Этот коллектив действительно уникальный. Он объединяет 1000 юных исполнителей, которые представляют практически всю огромную нашу страну. Олицетворяет собой молодую творческую энергию и неисчерпаемый талант России, возрождение по-настоящему массового хорового движения. Хочу от души поблагодарить всех, кто поддерживает и продвигает это важное начинание, особенно в регионах нашей страны. Уверен, такая работа будет плодотворно продолжаться. Хор, где все как один, это яркий символ взаимопонимания, единения и согласия, абсолютных и неделимых ценностей нашего народа. Все участники коллектива прошли серьезный конкурсный отбор и, несмотря на молодость, уже имеют богатый опыт выступлений на самых разных, причем заметных площадках страны, работают с ведущими мастерами отечественной культуры. Достаточно сказать, что детский хор России дебютировал на сцене известной и прославленной Мариинки. Коллектив участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, в первом праздновании Дня России в Крыму и торжествах, посвященных 70-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Знаю, что у хора большие планы на будущее, и в наступающем году он станет активным участником всех самых ярких событий культурной, музыкальной жизни нашей страны. Особое место среди них занимает 125-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Нынешний концерт, по сути, открывает череду торжеств, приуроченных к этому юбилею. Подчеркну, что сопровождать выступление хора будет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением создателя, можно сказать, вдохновителя этого проекта маэстро Гергиева. Валерий Александрович, спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, хочу пожелать вам самых приятных впечатлений от предстоящего вечера. Нашим молодым юным артистам успехов, счастья, здоровья, благополучия и воплощения всех ваших замыслов и надежд. С Новым годом!